Любовь и спорт. В «Удачном» молодой человек сделал необычное предложение руки и сердца своей избраннице. Вместо обычного ужина в ресторане или дома он решил совместить несколько своих увлечений. Причем получилось так, что свидетелями момента стали десятки людей. Подробности у наших коллег. Получить разрешение для выезда на лед, тщательно подготовить своего железного коня и подготовить сценарий. На все ушло 2 недели. Идея сделать необычное предложение руки и сердца у Владислава появилась давно. Идея пришла вообще на ходу, если честно, когда увидел объявление об этом проекте. И вообще как-то мечта была, что какое-нибудь оригинальное сделать предложение. А вот возлюбленная Владислава наблюдала за действием с тревогой. Лишь бы не упал с мотоцикла, думала в тот момент Ирина, не совсем понимая, что происходит. Неожиданно было, расплакалась и все. Практически ничего не помню. У него все получилось, он меня приятно удивил. Я его люблю. Когда вышел уже говорить слова, конечно, все внутри перевернулось. Я все забыл, что надо было говорить, и все слова уже придумал на ходу. 14 февраля конкурс «Она сказала да» завершится. Автору самого романтического и необычного предложения руки и сердца от компании «Алроса» достанется главный приз – кольцо с бриллиантом. Хотя свои главные награды участники этого конкурса уже, похоже, получили. Ведь их половинки уже сказали им «да». Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».